говоришь мне, милый, за тебя так волнуюсь. Очень боюсь, как бы тебя не повязали по чертовому делу 6 мая. Я говорю, дорогая, мы уже в самом пекле. Вот и нечего бояться с тобою теперь нам. Ты же знаешь, я прописан на Малом Кисельном. Мы живем с тобой на Нижнем Кисельном. Тут вокруг стоят ФСБшные кварталы, пыточные камеры, чекистские подвалы, миллионы, миллиарды загубленных жизней. На хорошую систему создали большевики, мои товарищи, единомышленники. Но теперь тут заправляют их дальние потомки. Не жестокие герои, а несчастные потомки. У них смутные фигуры, неприметные лица. Впрочем, тоже не без юмора, ребята, и у нас тут с ними как одна коммуналка. При встрече говорят они внезапно и нагло: товарищ Коц, ну как вы живете? Товарищ Коц, куда теперь идете? Товарищ Коц, давайте сдаваться, товарищ Коц. Товарищ Коц, товарищ, 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 товарищ. Говорю, не беспокойся, ничего нет. Ты же помнишь, мы в тот день с тобой ходили на балет. Хотя и много-много раз по Первому каналу показали, как я бью мента ногой по ебалу. Все же думаю, они таких убогих не берут. За меня встанет вся интеллигенция, правозащитники, европарламентарии, союз писателей Эстонии, Компартия Италии. Ты видишь, они меня боятся, и не надо, ну не надо так весело смеяться. Обреченно плакать тоже не надо, все нормально, круто, на свободе пока я. Мы сидим с тобой на кухне, начинается весна, и вокруг стоят ФСБшные кварталы. Товарищ Коц, ну как вы живете? Товарищ Коц, куда теперь идете? Товарищ Коц, давайте сдаваться. Товарищ Коц, товарищ Коц, товарищ, 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 товарищ Коц, как вы живете? Товарищ Коц, куда теперь идете? Товарищ Коц, давайте сдаваться. Товарищ Коц, товарищ Коц, товарищ, 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 товарищ Коц. Товарищ Коц, товарищ Коц.